OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Нет подчиненных. Мы здесь все в равном положении, несмотря на то, что нас загнали, как называется у вас? Куда? На панель. Вот. Нет, мы так лучше лучше на подиум, скажем, на подиум. На подиум. Путин в поисках нового общественного договора с россиянами. За 20 лет у власти главе Кремля удалось завоевать реальную популярность, пусть и широко поддерживаемую пропагандой, путем заключения определенного соглашения с согражданами, которое за эти годы ему удалось усовершенствовать. Я уважаю президента России Путина. Да мы вчера немножко махнули. Ему респект и уважение Путину. Этот своего рода общественный договор теперь настоятельно нуждается в обновлении, пишет журналист французского издания «Le Echo» Бенджамен Канель. В самом начале Владимир Путин должен был представлять собой полную противоположность Борису Ельцину. Я ему говорю: Борис Николаевич, я не готов. А я уже был большой мальчик, понимаете? После изнурительных 90-х годов хаотического выхода из коммунизма новый глава Кремля воплощал в себе вновь обретенное спокойствие и порядок. Благодаря росту цен на нефть в экономике, зависящей от углеводородов, уровень жизни населения начал расти. Общественный договор был понятен. Рост доходов в обмен на поддержку режима. Вы готовы, дети? Я не слышу! Что касается олигархов, унаследованных от ельцинского периода, то им пришлось принять новое правило игры – продолжать заниматься бизнесом, но не вмешиваться в политику, говорится в статье. Олигархической власти всегда легче продолжать политику, направленную на ограбление своего собственного народа и своего государства. Затем вступил в действие другой общественный договор, тщательно спланированный и осуществленный Кремлем. Патриотическая гордость в обмен на неизменную поддержку. Поддержать Крым. Крым наш. После вступления российской армии в Грузию в 2008 году, а затем аннексию Крыма в 2014, националистическая пропаганда, рассчитанная на вновь обретенное величие, погрузила россиян в волну самоубеждения, согласно которому западные люди ненавидят их страну. Начиная с августа-сентября 2008 года, а это опять-таки напомню, что это война с Грузией. Опять-таки пропаганда поднимает. То есть такой патриотический всплеск, нагнетание вот такой агрессии против фашистского режима, если помните, Саакашвили. Да, в кавычках. В кавычках. Вот. Это пик. Кризис еще не начался экономически, а вот это вот такой подъем и популярность Путина, она достигла максимума вообще говоря. 87% тогда одобряли его. А дальше начинается падение доверия, раздражение, крайнее недовольство. То есть можно подумать, например, что власть начала акцию с Крымом, а затем с войной в Донбассе, видя вот эти данные и используя знаменитый такой тезис, что маленькая победоносная война, она может решить многие внутриполитические проблемы. Но сегодня патриотических речей уже недостаточно. Я уверен, что наши граждане это почувствуют. Почувствуют на себе, на текущей своей жизни. Знаете, это же не манна небесная, с неба сразу все не повалится. Новый средний класс в конечном счете стал тревожиться по поводу беспрестанного противостояния с Западом, отсутствия доверия и инвестиций западных стран в Россию. Он надеется на то, что будет больше гражданских свобод и меньше государственного капитализма. Люди будут думать об альтернативе, люди будут переживать когнитивный диссонанс, поскольку, опять же, тот же средний класс – это самые продвинутые.
И, кстати говоря, те, кто остались за рамками среднего класса, опять же, не привязаны к вертикали. Они-то, может быть, как раз немножко и более будут рационально и агрессивно себя чувствовать. Они оттерты на периферию. Но не думаю, что это то, что может вывалиться на улице, как в Тбилиси или как на Украине. Просто мы еще немножко не дозрели. Но процесс идет. Перед лицом новых вопросов Кремль оказался в затруднительном положении. Новый договор, пусть и победоносно переизбранного в 2018 году Путина с россиянами, не вполне ясен. И сила, и слабость его 20-летнего пребывания у власти состоит в том, что он уничтожил дискуссию. 50 километров. А зачем вам машина? Если нет дороги, зачем машина? Где вы ездите? Это провокация какая-то прям. Нет, это не провокация. Владимир Владимирович, это просто у нас такой наболевший вопрос. Волшебное слово президента «стабильность» больше не соответствует ожиданиям населения, стремящегося к изменениям. Первоначально Путин 2000-х годов был либералом и реформатором. Однако в 2018-м на президентских выборах он ни разу не употребил слово «реформа». Приоритет теперь отдается борьбе с инфляцией, поддержанию сбалансированного бюджета и увеличению резервов. Необходим прорыв. Ты со мной согласен? Да. И мы его совершим. От спорта высших достижений к прорывным научным исследованиям. О них говорили сегодня на большом совещании у Владимира Путина. Для этого у нас должно быть свое отечественное оборудование, комплектующее исходное сырье. Передовые и даже уникальные компетенции в разработке и использовании фармпрепаратов. Социальная дистанция? Нет, не слышали. Электронная очередь? Только не в этот раз. А кто крайний? В холле Абаканской межрайонной клинической больницы 330 человек. И это еще не предел. Чтобы сделать тест на ковид, получить или закрыть больничный, а в этой очереди и те, и другие, в Хакасии нужно потратить целый день, иногда длиннее, чем рабочий. Место занять затемно. На этом снимке 6:43 утра. О мерах безопасности и речи не идет. С 8:30 я простоял до 4 часов. Пока телевидение не приехало, они не зашевелились. Они сами в заблуждение ввели людей с этими тестами. А людям-то работать надо, жить на что-то надо. На днях повторный тест для выписки из больничного отменили. И для многих пациентов это стало сюрпризом. В поликлиниках и ковид-центрах сотни людей стоят в очереди к терапевту. Совершенно бессмысленно. Осмотр врача, оказывается, больше не нужен. Больничный можно просто закрыть. А чтобы закрыть, нужно снова отстоять в очереди. Ситуацию в Минздраве назвали некритичной и предложили желающим выйти на работу после 7 дней болезни обращаться в колл-центр. Если на 6-й день с таким пациентом не связались сотрудники Центра дистанционного мониторинга, то необходимо связаться с медработником через колл-центр медучреждения или единый контакт-центр 122 и объяснить ситуацию. Но ни дополнительных колл-центров, ни новых интернет-ресурсов для помощи больным, несмотря на огромные очереди, так и не появилось. По телефонам дозвониться бесполезно, линия занята, никто ничего не объясняет, ни у кого ничего не добьешься. Между тем, очереди в больницах по-прежнему растут. На днях в одной из поликлиник насчитали 700 человек. И, похоже, параллельной реальности тех, кто сидит в правительственных кабинетах, и тех, кто часами ждет в поликлиниках, пока так и не пересеклись. Мы иногда, кажется, в разном мире живем. Все же Путин говорил об изменениях, необходимых для дальнейшей диверсификации, при этом даже проявив себя сторонником цифровизации. За счет оптимизации. Но ВВП России, который опустился на 12-е место в мировой экономике, изо всех сил пытается превзойти ВВП Испании и сильно отстает от Германии, Франции и даже Италии. Если брать для сравнения только европейские страны. Я хочу обратиться к вам, дорогие друзья, вы работать будете или нет? На самом деле российскую экономику одолевает стагнация. Я должен экономить. Вы же и так экономите. Недостаточно. Да. Надо экономить. Наблюдается тревожный рост потребительских кредитов, ставших последним средством для растущего числа россиян, чья покупательская способность
постоянно снижалась в течение нескольких лет. Честно говоря, даже свою зарплату как бы так вот приносят, и я их складываю. С другой стороны, Кремль запускает крупные национальные проекты. Это амбициозная программа, эквивалентная примерно 400 миллиардам долларов, которая планируется инвестировать к 2024 году в 12 секторов от транспорта до здравоохранения, в настоящее время с трудом воплощается в реальность. Просто так раздать деньги и все? Речь идет об очередной государственной программе, финансирование которой по-прежнему зависит от углеводородов, составляющих более 30% ВВП и 50% бюджета. Помимо государственных денег, частные инвестиции являются редкостью, что, безусловно, подрывает кремлевскую риторику о смене курса на пресловутую стабильность. Россию нельзя победить. Ее можно только развалить изнутри. Добрый человек и смешной.